проращивание отобранных семян. Проращивание посадочного материала – процесс, при котором у семян появляются росточки около 5 мм. Их сразу же после проращивания нужно высаживать в землю. Вот эффективные способы проращивания. 1. Температурный. Семянки сложить в мешочек из ткани. Погрузить их на 3 секунды в кипяток. Затем настолько же в воду ледяную. Повторять эти действия до тех пор, пока семечко не даст трещину. 2. Механический. Сделать небольшой надрез в семянке со стороны носика, откуда будет вылезать росток, острым ножом или потереть об наждачную бумагу. 3. В марле. Взять марлю, сложить в 2-3 раза, уложить ее ровно в пластиковый контейнер, выложить на нее семянки, чтоб не прикасались друг к другу, и сверху накрыть тоже марлей. После этого смочить марлю обычной водой, можно использовать распылитель, но очень важно, чтоб семянки не плавали в воде, а просто были хорошо смочены. Закрыть контейнер и оставить его в темном месте при 23-26 градусах Цельсия. Каждый день открывать и проверять. Нормальные семечки на второй-третий день уже покажут белые росточки. 4. В пакетах с зип-застежкой. Хорошо смочить теплой водичкой кусочек ваты, немного выжать его. Положить ватку с семянками в герметичный пакет со змейкой. Закрыть змейку, оставив небольшое отверстие. Вставить в это отверстие трубочку. Надуть пакет и застегнуть змейку полностью. Оставить пакет в теплом месте. Через пару дней должны появиться росточки. 5. В бумажных полотенчиках. Смочить оба полотенца водой. На блюдечко положить одно полотенчико. Сверху выложить семечки и накрыть вторым мокрым полотенцем, а потом и еще одним блюдцем. Как только появятся росточки, семечки нужно высаживать в землю. 6. В поролоне. Взять 2 куска поролона. Можно разрезать кухонную губку пополам. Хорошо намочить и между ними положить семянки. Далее, этот поролон с семянками упаковать в полиэтиленовый кулечек так, чтобы в нем остался воздушный пузырь. Через сутки раскрыть и проверить на наличие росточков. Семянки должны проклюнуться. Не забудьте заглянуть в описание под видео. Я подобрала для вас лучшие садоводческие магазины онлайн с доставкой. Тут можно приобрести семена таких сортов, каких вы не найдете на рынке. А также есть лучшие средства для борьбы с вредителями.